Всем доброе утро, в эфире новости. Этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скали, сразу по выпуску. День российской науки отмечают сегодня. Накануне лучшие молодые ученые Алтайского государственного университета получили своеобразный профессиональный Оскар – памятные награды «Пламя науки». Церемония прошла уже в четвертый раз. Награды вручили за достижения в научно-исследовательской и инновационной деятельности в 10 номинациях. Среди них научное издание года, изобретатель года, популяризатор года и другие. Так, победу в номинации «Молодежный научный проект» получила аспирант географического факультета Наталья Курятникова. Это дополнительная награда за ее победу в конкурсе грантов Российского фонда фундаментальных исследований. Его получили еще 5 научных коллективов Алтайского государственного университета. Проект Натальи направлен на изучение пыльцы и микроводорослей в атмосферных осадках, что помогает ученым в климатических исследованиях. Наука для меня – это коллектив, с которым ты сотрудничаешь, потому что все великие научные достижения, они открываются с каким-то коллективом. И это в первую очередь совместная работа, совместные экспедиции, это взаимопонимание. Вот что для меня, наверное, такое наука. Также во время торжественного заседания ректор Сергей Бочаров подвел итоги прошедшего научного года. За 2019 университет привлек порядка 140 миллионов рублей, в том числе и на реализацию более 300 научных проектов.